Вот она наша шантропа. Короче, сегодня мы в тюринге. Какой интересный цвет у домика. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот и добрались. Да, это еще больше, чем вчера. Ух, ё, а тут еще смотри сколько их. Ёрушка. Голодная. Прикинь, камеру проглотит. И что я буду делать? Вот это смотри какая! Это какой-то не радует. А побалы что так не радуется, как ты? Давай занырнем. Нельзя. В обнимку поплаваем с этими рыбами. Они могут... Когда тебя это останавливало? Вон, смотри. Давай. Они могут палец откусить, суки. Да я думаю, как бы без камеры не остаться. Да, вот эти золотистые. Какая бандура! Как у вас много? Тоже здорово реализовано. Двигают. Боишься? Шо все? Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Ну вот, вход в акванариум.
Guck mal, wenn der gleich zu uns schwimmt, der grinst. Thank you.
такие вот. У меня тоже были. Когда аквариум держал. Ну не сказал бы, что они неприхотливые, за ними нужен глаз да глаз. Посмотрите, как дно красиво сделано. Ну, этим нас уже не удивить, правда? Это уже спуск на первый этаж. Такое интересное место, небольшой парк, но он разделен на две части. Вот эта часть, парк для собачек, здесь их можно выгулить, потренировать, поиграться с ними. О, отдыхает красавчик. А вот здесь вот вторая часть парка, такая вот зеленая часть. Там вот детская площадочка. Ого! Кто это у нас тут? Бип-бип. Тюрингия. Вот заметил, что Тюрингия вот славится вот такими вот домиками. Она как чешуя. Есть вот такие вот белые, с белой чешуей, есть такие вот с черной. Ну, на самом деле, это что-то напоминает какую-то каменную облицовку, что-то типа такого. Я даже не знаю, как правильно выразиться. Но, ну, Тюрингию можно сразу опознать, это определенно. Вон, кстати, вон, видите, темные дома. Вот там точно такая же чешуя, как вот здесь, но там она просто темного цвета. Реально архитектура отличается от баварской.